Здравствуйте! В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмицы», первый выпуск в новом году. И наш коллектив поздравляет вас с праздником Рождества Христова, который совсем скоро войдет в ваши дома. В студии Марина Селенкова. Сегодня о таких событиях. Рождественский базар в Москве прошла всероссийская благотворительная выставка-ярмарка. Атмосфера праздника, изысканности и торжественности. В Воронцовском дворце Одессы состоялся рождественский благотворительный бал. Сказочные птицы, звезды и ангелы. В Киевском храме князя Ярослава Мудрого дети учатся лепить из теста рождественские сувениры. Накануне Рождества жители больших и малых городов точно знают, где найдут лучший выбор подарков к праздникам. На центральных городских площадях открываются ярмарки для тех, кто ищет оригинальные и желанные дары волхвов. Ярмарки подарков открываются в торговых центрах, на малых и больших выставочных площадках. Некоторые из них стали ежегодными и ожидаемыми. Тем, для кого канун Рождества ассоциируется в первую очередь с рождественским постом, будут интересны благотворительные ярмарки, где можно не только покупать подарки, но и продавать свои поделки, сладости, книги или жертвовать их нуждающимся. Подробнее в сюжете Анастасии Хомченко. Уже пятый год подряд в канун зимних праздников в Москве проводится рождественский базар, который организует благотворительная организация «Россия». Базарный шатер расположился прямо во дворе офисного центра для того, чтобы сувениры к праздникам могли приобрести не только домохозяйки. Здесь есть все для празднования Нового года и Рождества. Елочные игрушки, кожаные и валяные украшения, шали, открытки, изделия из батика, керамика. За необычными яркими подарками, сделанными вручную в единственном экземпляре, сотрудники ближайших офисов приходят специально. Я просто уже здесь не первый раз, хотела посмотреть, что на этот раз нам привезли, как-то посмотреть, купить какие-то подарки, сувениры родственникам, друзьям. Это прекрасно, что на этом базаре можно купить особые подарки для своих близких. Все вещи здесь сделаны руками творческих людей. Видно, что в этих изделиях есть любовь человека, который их создавал. Продукцию, представленную на рождественском базаре, в течение года мастерили дети-сироты, инвалиды, пожилые люди из домов престарелых. Для них продажа своих поделок едва ли не единственный способ заработать деньги, чтобы купить необходимые лекарства и вещи. Некоммерческая организация «Наши не лишние дети», занимающаяся помощью молодым людям с психологическими заболеваниями, участвует в базаре все 5 лет. В прошлом году на вырученные средства от продажи поделок дети отправились в экскурсионную поездку. В прошлом году мы единственные деньги, которые получили на организацию, это было с нашего базара. Вот мы заработали, в общем-то, 19 тысяч, причем заработали дети, родители, для них это было очень важно. И тут же в феврале месяце мы наняли автобус и поехали в Коломну. Среди продукции рождественского базара этого года можно найти поделки из бивня мамонта, кости моржа, меха нерпы. Это работа детей из детских домов далекой Чукотки. Специальным рейсом были доставлены все эти изделия. Некоторые из них буквально сегодня утром прибыли в Москву с Чукотки. Специально для такого мероприятия, для того, чтобы все люди могли дотронуться до этих изделий, приобрести их и сделать приятное. Москвичи и гости столицы, побывав на рождественском базаре, не только приобретают сувениры авторской работы для своих близких, но и приносят радость людям, которые их сделали. А главное, что все вырученные средства от продажи изделий пойдут на благотворительные проекты общественных организаций, что будет самым лучшим подарком к Рождеству. В Одессе в преддверии Рождества решили возродить меценатские традиции дореволюционной России, устроили благотворительный бал. Его гостями стали одесские политики, бизнесмены, представители дипломатического корпуса, руководство города и творческая интеллигенция. Мероприятие проходило в одном из красивейших мест города, в стенах Одесского Воронцовского дворца. Его основной целью стал сбор денежных средств на спасение от разрушения этого национального памятника архитектуры, а также в помощь обездоленным детям. О том, что увидела сквозь завесу изысканной атмосферы бала, Наталья Марчук в следующем сюжете. Одесский Воронцовский дворец принимает гостей, которых здесь называют его спасителями. Благодаря меценатам часть здания уже отреставрирована. И теперь среди блеска великолепных интерьеров проходит рождественский бал, призванный продолжить сбор средств на окончание реконструкции архитектурной жемчужины Одессы. Дворец не в надлежащем состоянии. И этот бал действительно для того, чтобы наши богатые люди, которые болеют душой за свой город, да, за архитектурную ценность этого города, чтобы увидели, действительно, куда нужно вкладывать деньги прежде всего.
Символично то, что благотворительный бал проходит именно в этом доме, где когда-то жил один из самых щедрых меценатов Российской империи, генерал-губернатор Новороссийского края, светлейший князь Михаил Воронцов. В Одессе до сих пор помнят его заслуги перед Отечеством и повторяют его слова, обращенные к сильным мира сего. Люди с властью и богатством должны жить так, чтобы другие прощали им эту власть и богатство. В Российской империи балы всегда составляли существенную часть жизни высшего общества, а участие в благотворительных ритуалах являлось его нравственным долгом. Как правило, средства собирались в поддержку храмов, больниц, приютов и школ. В наше время роль меценатства также трудно переоценить, в частности, если речь идет о сохранении национального достояния страны. Такая же картина есть со многими историческими зданиями по всей территории постсоветского пространства. Николаев, Херсон, Одесса, Москва, Смоленск, Тула, они почти строились в те времена, в царские времена, по идентичным проектам. И просто удивляешься, когда смотришь вверх, а здание рушится. Всем миром как-то сделать доброе дело, меценатство возродить в стране. Сегодня бальная программа организована по всем правилам светского церемониала и максимально приближена к историческому контексту Воронцовского бала. Как и 180 лет тому назад, прогулка в каретах, торжественная встреча гостей, изысканные манеры, красивая музыка и, разумеется, танцы. Однако за этим внешним блеском можно уловить самые искренние сердечные порывы. По возможностям своих сбережений, не жалея, с собой мы ничего не забираем. Надо оставлять здесь для наших потомков. Поэтому мы с удовольствием идем на такие мероприятия. У нас очень много больных детей, у нас очень много неустроенных. Ну что я буду рассказывать? Поэтому, ну, кстати, и художникам тоже нужно помогать, и творческим людям, и артистам, ну всем-всем, и литераторам. Потому что если мы не будем поддерживать культуру, кстати, это самое основное. Следующее поколение у нас будет пропащим. Благотворительную копилку бала пополнила лотерея и аукцион, на который выставлены изделия народного промысла, эксклюзивные напитки и украшения, уникальное печатное издание. В качестве лота представлены творческие работы детей-сирот. Организаторы планируют перечислить им основную часть собранных средств. И еще будут перечислены на детские интернаты, потому что принимают участие в аукционе детские работы. Это дети-сироты, дети из малоимущих семей и с какими-то дефектами в здоровье. Они привезли свои картины, свои поделки, вазы. Как обещают организаторы, рождественский благотворительный бал в Одессе станет традиционным. Ну а эта зимняя ночь в Воронцовском дворце показала, что данная идея пришлась по вкусу одесситам не только как уникальная возможность насладиться изысканной атмосферой мероприятия, но и позволила окунуться в историю, ощутить себя ее частью, продолжить традиции меценатства, помочь обездоленным и делу сохранения великого исторического и культурного наследия, подаренного нам и нашим потомкам, достойными сынами славного Отечества. Наталья Марчук, Владимир Картамышев, информационное бюро программы «Седмица», Одесса. В самом разгаре школьные каникулы. Самое время заняться с детьми чем-то полезным. Например, лепкой из теста. Наши прабабушки лепили из него фигурки различных птиц и животных. Баранки, пряничные козули, которыми одаривали своих друзей и родственников под Новый год и на Рождество. Именно такому мастерству обучают преподаватели творческой мастерской при Киевском храме Ярослава Мудрого. Они уверены, что лепка – одно из полезнейших занятий для детей, поскольку развивает художественный вкус и дает простор детской фантазии. Тему продолжит Наталья Дробязко. Деревянный храм «Сруб» на берегу Днепра. Это единственный в столице храм, освященный во имя святого благоверного князя Ярослава Мудрого. Здесь все особенное. Даже занятия для детей проводят по необычному виду искусства. Воскресная служба завершилась, но расходятся не все. У юных прихожан сейчас начинаются занятия. Вот видите шарик? Это тесто. Скоро из него получится, нет, не пирожок, а симпатичный сувенир. Ведь это занятие не по кулинарии, а по биокерамике. Так называют лепку из соленого теста. Если вы думаете, что это новый вид искусства, то ошибаетесь. Тестопластика – несовременная новинка. Изделия из соленого теста были еще в древних Греции, Риме и Египте. И наши прапрабабушки на Руси тоже лепили и игрушки детям на каждый день, и подарки взрослым на праздники. Сегодня биокерамика снова становится популярной. Ведь это красиво, изысканно и в то же время просто и доступно. И, что немаловажно, экономно. Материал готовится быстро и легко. Мука, соль и вода. Сначала замешивается тесто,
это как бы соль экстра и мука высшего сорта, ну, один к одному, то есть один стакан соли, один стакан муки. Потом мы лепим, для того, чтобы тесто склеивалось друг с другом, как бы мы смазываем водой, потому что клеем пользоваться нельзя. Потом оно высыхает, мы красим краской гуашь, перемешку с клеем ПВА, ну, чтобы оно примазывалось и не красило руки. Оно все высыхает, мы покрываем лаком, ну и все, готова работа. Кристина и Даша – художественные руководители школы лепки при храме Ярослава Мудрого. Еще сами учатся, но своим талантом, всем, что знают и умеют в биокерамике, радостно делятся с младшими детками. Соленое тесто – материал нежный, мягкий. В отличие от изделий из глины, поделки из теста просто сушить, легко покрывать красками или лаком. Лепка из теста – это не только интересно, но и полезно. Как любой вид творчества, биокерамика способствует интеллектуальному и эмоциональному развитию. Из соленого теста вы можете сделать все, что угодно. Хотите игрушки, хотите фоторамки, подсвечники и даже картины. И дело не только в оригинальном исполнении. В каждое изделие вкладывается частичка души маленького создателя. Я дарю их родным, там, друзьям, учителям, может, на какие-то праздники. Я сегодня сделала двух ангелочков. Потом я раскрашу и повешу на елку. Мне нравится лепить, это интересно и красиво. Мне подобается це дуже робити, и я буду тут заниматься и заниматься. Храм во имя святого благоверного князя Ярослава Мудрого и дальше с радостью будет способствовать творческому развитию своих маленьких прихожан. Приближается Рождество Христово, день, когда на всех языках народы прославляют Богомладенца Христа. И не только в храмах и молитвах, но и в своих песнях. От заснеженной Европы до зеленой Греции и безводных арабских пустынь уже много веков христиане поют колядки и рождественские песни. Для того, чтобы как можно шире представить слушателям этот прекрасный христианский обычай, сайт Центра православной культуры «Лествица» предлагает всем, кто интересуется песенным народным творчеством, посетить раздел «Рождественские колядки-2012». Там можно не только прослушать и бесплатно скачать колядки в исполнении детского ансамбля «Мастерок», но также найти DVD-караоке, ноты и даже минусовки. Напомним, что медиалаборатория «Лествица» впервые в Украине презентовала музыкальный сборник рождественских колядок на DVD-караоке. Так что пойте на здоровье. Программу продолжит интернет-обзор, с ним вас ознакомит Валерий Гриценко. Здравствуйте! Начать интернет-обзор я хочу с любопытной темы, размещенной в сети. 10 дней выходных. Как не перессориться? Предрождественские каникулы. Оказывается, это не для всех желанный подарок. 10 дней без перерыва всем вместе, когда муж и жена не уходят на работу, дети не в школе и не в детском саду. Для некоторых семей это стрессовый фактор. Он начинается с предпраздничной суеты, покупки подарков, боязни не успеть подготовиться. К тому же сложности могут возникнуть, если у семьи тесное жилье. И, например, в маленькой двухкомнатной квартире располагаются бабушка с дедушкой и молодая семья с двумя детьми. 10 дней беспрерывного пребывания на небольшой территории такого количества людей может привести к конфликтам. Можно ли провести выходные вместе и не поссориться, не устать до такой степени, что выход на работу покажется праздником? Об этом в статье психолога Людмилы Петрановской, размещенной на сайте «Православие и мир». Дом трудолюбия по-американски. Беседа со священником Вадимом Арефьевым. Иерей Вадим Арефьев – клирик Русской Православной Церкви за границей. Он периодически становится героем журнальных статей и телесюжетов. 20 лет назад он уехал учиться в США. Да так там и остался. Потом стал диаконом и открыл в Бруклине Дом трудолюбия имени Иоанна Кронштадтского для соотечественников, желающих избавиться от алкогольной зависимости. За 7 лет в программе, проводимой Домом трудолюбия, приняли участие около 200 человек, 30% из которых полностью отказались от употребления алкоголя. На сайте православие.ру вы найдете подробное интервью с иереем Вадимом Арефьевым об особенностях и проблемах его социального служения. Стихи о Рождестве. Что разучивать с ребенком? В декабре дети разных возрастов, от только начинающих говорить малышей до глубокомысленных старшеклассников, начинают разучивать зимние стихи. И в том числе стихи о Рождестве. Только вот если относительно новогодней темы можно, скрипя сердце, разучивать с ребенком не отличающийся высокими художественными достоинствами стих про белочек и зайчиков, то со стихами о Рождестве это не проходит. Нельзя даже маленькому ребенку давать произведение низкого качества на такую серьезную тему. Что же делать? Не учить стихи о Рождестве?
учить, но только хорошее. Великие поэты не раз касались этой темы. Стихотворение Афанасия Фета вполне под силу выучить дошкольникам. Со школьниками можно начать разучивать рождественскую звезду Бориса Пастернака. А старшеклассникам подойдут стихи о Рождестве Иосифа Бродского, который писал, что есть Рождество, день рождения Бога человека. И человеку не менее естественно его справлять, чем свой собственный. Читайте об этом в публикации на сайте fama.ru. Также на сайте Фома вы найдете такие статьи: что смотреть в рождественские дни, что читать в январе и рождественский гусь рецепты. Читайте и узнавайте много полезного. И до встречи через неделю. Вы смотрите информационное обозрение «Седмица». Во второй части программы вы узнаете. Храм-музей святителя Николая в Толмачах отметил 20-летие с момента возобновления в нем богослужений. Творцы прекрасного, как раскрыть личный творческий потенциал и научиться создавать настоящие произведения искусства. Главное блюдо рождественского стола – рождественский гусь, традиции приготовления и кулинарный рецепт, который порадует ваших гостей. Храм святителя Николая в Толмачах – это уникальный храм-музей, расположенный в Замоскворечье. Ему выпала честь хранить такие святыни России, как Владимирская икона Богоматери и икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева. Храм 17-го столетия, разрушенный в 1929 году, был восстановлен ровно 20 лет назад. Тысячи паломников ежемесячно приходят в Толмачевскую церковь поклониться чудотворным святыням. Алексей Гущин расскажет о своих впечатлениях. После закрытия в 29-м году храм святителя Николая в Толмачах долго стоял пустым и обезображенным. Вплоть до 90-х годов его занимали службы Третьяковской галереи. Внутри все было перегорожено на несколько этажей. Здесь хранились экспонаты из запасников музея. Все изменилось в 92-м, когда начались реставрационные работы. Ровно 20 лет назад в храме прошла первая служба. Сегодняшний день – это один из самых удивительных храмов Москвы, которые Господь благословил вместить великие святыни, такие как образ Владимирской Божьей Матери, Иверской Божьей Матери, Святой Животворящий Дмитровский Крест и многие другие святыни, которые переданы сегодня из музеев для поклонения всем, кто приходит в наш храм. Полная реставрация храма, проводимая на средства Третьяковской галереи прихожан, завершилась в 97-м году. Сегодня храм святителя Николая в Толмачах уникален. Это первый в России храм-музей, который одновременно является и действующей православной церковью, и частью величайшего музея мира – Государственной Третьяковской галереи. Каждый посетитель музея в определенные часы может попасть в храм и посмотреть на те святыни, которые находятся в нем. А в то же время любой верующий может прийти и поклониться этим святыням во время богослужений или, в общем, в любое другое время. В честь 20-летия реставрации храма, имеющего более чем 300-летнюю историю, в Государственной Третьяковской галерее состоялась торжественная церемония, куда были приглашены все, кто помогал храму обрести прежнее величие и красоту. В этот день я чувствую очень большую радость, потому что уже 20 лет, как возродился этот храм, 20 лет, как кончились гонения на церковь. Даже не верится, что это произошло. Это такая радость, которую, может быть, даже и слов еще люди не придумали. Тогда никто не думал, что когда-то мы будем приходить, смотреть на эти великолепные иконы, что будут постоянные службы. Конечно, после долгих лет советской власти многого уже не вернуть. Почти все иконы, которые сейчас находятся в храме, это уцелевшие образы из разных московских и других российских церквей, которые хранились в запасниках Третьяковской галереи. И, наконец, в сентябре 99-го года в храм внесли его главную святыню – Владимирскую икону Божьей Матери. И сегодня тысячи верующих ежемесячно приходят в Толмачевскую церковь поклониться этому чудотворному образу. Рождество любят взрослые и дети. В эти дни все стремятся подарить своим близким особенные гостинцы, несущие радость и хорошее настроение. И что может быть лучше подарка ручной работы? Хорошо, если вы можете изготовить его сами. Если же не очень получается, вам помогут в студии «Творцы прекрасного». В преддверии Рождества Музей литературной Приднепровье эти мастера организовали ярмарку авторских изделий. О том, как раскрыть личный творческий потенциал и научиться создавать настоящие произведения искусства, в сюжете Анны Регульской. We'll be right back.
Авторские куклы и мягкие игрушки, фантазии из стекла и керамики, роспись по стеклу, а также множество интересных изделий ручной работы. Все это представили на выставке в Музее литературное Приднепровье 70 мастеров из Днепропетровска. Бижутерия из муранского стекла и натуральных камней, мыло ручной работы, чудесные лоскутные пледы и сумки, необычные открытки и альбомы. Все это может стать прекрасным подарком в рождественские дни. Посетители приходят сюда не только для того, чтобы купить что-то для своих близких, но и чтобы научиться чему-то новому. Мне страшно нравятся эти ярмарки, да, ужаса просто, потому что я очень люблю рукодельную работу, и особенно меня восхищают люди, которые умеют делать то, что не умею делать я. Но я больше всего увлекаюсь декупажем, поэтому меня, конечно, интересуют прежде всего салфетки, заготовки, и я хожу, смотрю, кто чего умеет, потому что мастерство людей растет с каждым годом, и мне очень интересно. Но мне очень нравится все, мне нравится мыло, куклы нравятся, украшения, и мне нравится еще сама атмосфера. Здесь так здорово, и вот все вот это вот ручное, оно создает какое-то ощущение старины и праздника. Организаторы этой выставки уверены, что такому мастерству может научиться каждый человек. Было бы желание и прилежание. В творческой мастерской «Творцы прекрасного» можно научиться разным техникам. Именно здесь всем желающим помогают сделать новый шаг в своем творческом развитии. Между физиками и лириками здесь равноправие. Каждый чувствует себя способным к творческому процессу. То, что мы склонны все к творчеству, я уверена 100%. Кто-то готов это сейчас реализовать, кто-то нет, кто-то боится, кто-то откладывает это на почти полжизни. Ну а потом творчество иногда уносит в такие какие-то вещи, которые даже человек от себя не ожидал. Он начинает участвовать в выставках, ярмарках ручной работы. Он начинает проводить мастер-класс. Он начинает жить совершенно другой какой-то жизнью, которую он даже себе не мог раньше и представить. Это очень интересно, вот какая трансформация происходит. Директор студии Алена Александрова убеждена, что творческое начало есть в каждом человеке. У кого-то оно выражено более явно, у кого-то менее. Но со временем выясняется, что успеха достигает только тот, кто упорно учится и работает над талантом. Чтобы развить свои способности, человек должен просто твердо решить, что вступает на этот путь. Начать заниматься творчеством никогда не поздно, сколько бы вам ни было лет. К нам приходят в творческую мастерскую абсолютно люди разных абсолютно профессий. Это могут быть и бухгалтера, это могут быть и финансовые аналитики. И они точно так же с удовольствием творят, как и лирики. Просто каждый решает для себя какую-то свою задачу. То есть можно прийти, потому что очень давно хотелось реализовать свою мечту. Можно прийти и потворить, потому что хочется посмотреть, а могу ли я это сделать, а получится ли у меня. Создавать вокруг себя красоту – это не только увлекательно, но и важно. Красивый дом помогает обрести гармонию и радость, которая необходима каждому человеку. Не случайно наши предки перед каждым праздником чисто белили хату, украшали окна, а стены расписывали цветочным орнаментом. Если захотеть, то даже из обычной бутылки или банки можно изготовить уникальные украшения для дома. Сумки, одеяла, платочки и ключницы в мастерской «Творцы прекрасного» предлагают преобразить даже старую обувь или одежду. То есть, если задаться целью, то можно сделать вот такие вот эксклюзивные вещи. Творческое начало рождает в человеке живую фантазию, живое воображение. Это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно же, к прекрасному. Ведь без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой деятельности. У людей часто вырастают крылья за спиной. Это очень хорошо, когда он видит, что у него получается, что он может это сделать. Вот сейчас ему хочется такую работу, он завтра привнесет в нее что-то новое, потом посмотрит на эти две работы и скажет: ой, а ведь можно сделать третье или это сделать в других техниках. Вот уже несколько лет преподаватели студии один раз в неделю проводят бесплатные мастер-классы для детей. Ребятишки посещают их с удовольствием. Чаще всего они приходят туда, чтобы научиться делать своими руками подарки своим близким. Они учатся не только создавать, но и дарить радость. Причем радость от создания того или иного предмета обоюдная, как у преподавателя, так и у воспитанника. Нам очень интересно работать с детьми. У них всегда свой взгляд, у них всегда свое видение. Им никогда нельзя навязать примеры и не нужно. То есть им нужно показать направление, в котором мы творим, и у них получается очень своеобразная, интересная работа. Как и в любом мастер-классе, мы должны помочь и направить. Рождается что-то свое интересное. У детей это, конечно,
всегда такие необычные работы. А на вопрос о том, что нужно для того, чтобы заняться каким-либо рукоделием, специальное образование, свободное время или много денег, руководитель студии «Творцы прекрасного» отвечает. Я всегда говорю, когда меня спрашивают, а что нужно для того, чтобы заняться вообще каким-то рукоделием, нужно ли образование, нужно ли свободное время, нужно ли много денег. Так вот я всегда отвечаю, что нужно только горячее желание. Анна Регульская, Тарас Иванов, программа «Седмица». Заканчивается рождественский пост, и главное место на праздничном столе бесспорно займет рождественский гусь. Рождественский гусь с яблоками, рождественский гусь с апельсинами, фаршированный рисом и грибами. Вариантов здесь множество. Нужно только выбрать наиболее подходящий рецепт, и когда придет время, начинать готовить главное блюдо. Уже давно рождественский гусь стал чем-то большим, чем просто праздничным блюдом, которое готовится раз в году. Наверняка вряд ли сейчас возможно установить, когда и по какой причине появилась эта традиция. Однако ее развитие не останавливается, привлекая ежегодно все новые и новые семьи к кулинарному таинству. И те, для кого приготовление этого рождественского блюда уже стало традицией, с удовольствием делятся своими рецептами, помогая молодым хозяйкам осваивать новое для них кулинарное произведение. Ведь рождественский гусь – это больше, чем еда. Это семейная традиция, которую так приятно передавать из поколения в поколение. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Коллектив программы «Седмица» поздравляет вас с самым светлым и радостным праздником – Рождеством Христовым. Желаем любви, безграничного счастья, искренности и доброты. Радости и здоровья вам и вашим близким. Пусть ваш дом наполнится смехом, весельем и хорошим настроением. И в нем звучат рождественские колядки. До встречи ровно через неделю.